ТРК «Альтернативная вещательная сеть» была создана в 1999 году как первая частная телекомпания в Волгограде. Она отличалась независимостью и объективным освещением происходящих в городе событий. Этот принцип сохраняется и по сей день. Генеральным директором АВС является Владимир Можин, ну а творческий процесс телекомпании направляет Александр Лактюшин. Журналисты АВС выбирают наиболее интересные и актуальные темы для своих репортажей, которые вы по будням можете видеть в информационных выпусках программы «24 Волгоград». Наталья Азарникова, Антонина Кириллева, Мария Меняева ежедневно узнают и рассказывают о том, чем живет наш город. Новости политики, экономики, культуры, чрезвычайные происшествия и криминальная хроника. Увидеть самые основные и яркие моменты событий помогает мастерство наших операторов Александра Дудкина и Алексея Серового. Превращает написанный журналистом текст и отснятый оператором видеоматериал в интересный репортаж режиссер Виктор Назаров. Он делает наши новости такими, какими вы их видите каждый день в 19:50 на телеканале РЕН-ТВ.